Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Тема сегодняшнего видео – чем носить голубое пальто. 18 идей, которые превосходно освежат ваш образ. Порой классика в цветовых решениях верхней одежды становится скучной и хочется добавить в гардероб ярких оттенков. Отличный вариант – это стильное и эффектное голубое пальто. Подбирать пальто стоит, учитывая сезонность, акцентируя внимание на покрое, составе и утеплителе. Не забудьте, однако, что стильный образ не формируется при помощи только одной детали гардероба. Весь ваш наряд должен источать хороший вкус, стиль и роскошь. Очаровательно и женственно смотрится модель с меховым воротником. Такое пальто отлично сочетается с платьями и юбками, а вот с джинсами и брюками спортивного стиля стилисты носить его не рекомендуют. Спокойный голубой цвет универсален, он гармонирует с большим количеством оттенков. Классика образа – это цветовой тандем с черным, бежевым, белым, темно-синим, серым или коричневым. Для создания стильного образа не используйте более двух цветов. Исключением являются оттенки одного цвета, входящие в одну цветовую палитру. Наиболее актуальные в этом году такие оттенки, как серо-голубой и небесный. Строгая классика и романтика, непосредственность и легкий, стремительный силуэт – вот далеко не полный список образов, которые вы можете получить, примерив на себя голубое пальто.